Он предназначен для расширения. Допустим, надо нам приподнять плиту, либо оторвать дверь машины. Да? Что мы будем? Берем расширитель, вставляем, при помощи бензопривода продается гидравлическое масло вовнутрь, да? И разрываем дверь. Увлекательно и познавательно прошла экскурсия на базе аварийно-спасательного отряда школьников ресурсного класса Щелковской школы номер 4 имени Климука. В первую очередь детям попытались простым и понятным языком объяснить, как проходят будни спасателей, с какими трудностями довольно часто им приходится сталкиваться в своей опасной работе. Вот сейчас, когда такие непростые времена, я считаю, что лучшие дети придут к нам. И всегда, и до этого считал, что посмотрят, как работают наши ребята, потрогают это руками, это останется у них в памяти. Четвероклассники не стеснялись задавать интересующие их вопросы спасателям и с удовольствием воспользовались возможностью посидеть в специальной машине, которая обычно задействована в работе при чрезвычайных ситуациях. У кого-то из ребят даже появилось желание и самому стать спасателем в будущем. Я хочу стать спасателем, помогать людям. Мне нравится эта спасательная машина. Она очень классная. Тут три места. Как тушат пожары. Но мне понравилось, как текстировали разные инструменты и одевали маску такую дыхательную. В завершении экскурсии уже по доброй традиции ребята и их родители смогли сфотографироваться с бессменным талисманом щелковских спасателей Корги Марусей Леонидовной. Школьникам понравилось в гостях у спасателей, а это значит, этот день им точно запомнится надолго. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.